Доброго всем дня. Хочу показать вам, какими стали мои сеянцы лобивень. Вот я их рассадил уже. Вот. Такие бутузики. Не знаю только, что с ними делать зимой или... Оставить их так же, как и все остальные взрослые. Или же индивидуально их всё-таки досвечивать и поливать. А, вот что еще хотел сказать. И вот из этого посева... Вот. Я привил сеянчик вот на перескию. Вот, побег. И вот я его привил. Вот какой монстр вырос. Это сколько, ну, прошло? Чуть меньше полгода, наверное. Месяца 4. Вот такой вот монстр. На перезке и вырос. А вот какой вырос на селеницериусе я привил. Чуть меньше. И не деткуется. Вот так вот. Ну, о прививках я сделаю отдельное видео, какие тут ухищрения делал. Так, ну, вот такие вот вырастают, можно сказать, раз в 100 увеличились по сравнению со своими братьями, так сказать. Всем спасибо. До свидания.